Всем привет, друзья, с вами Андрей Хорев, это канал «Футбол, это жизнь». Итак, новая рубрика стартует на нашем канале, она очень сильно похожа на рубрику Денчика Фломастера «Happy Go Lucky», но только он там и открывает игроков на футхеде, и играет ими потом в FIFA. Мы будем также открывать игроков на футхеде, но также мы будем играть в Fortnite, поэтому и называется «Fort FIFA». Итак, объясню правила этой рубрики. Итак, в каждом выпуске я буду играть по 2 матча в одиночке. Если я переживаю двух соперников, то я получаю сначала одного случайного игрока. После того, как у нас будет 100% сыгранность команды, я буду открывать уже только золотых игроков. Итак, если я переживаю двух игроков, то я получаю одного случайного игрока. Если я переживаю четырех, то получаю 2 игрока. Ну, как бы все понятно. Если я попадаю в топ-15, я получаю 15 случайных игроков. Если я попадаю в топ-10, это 20 случайных игроков. Если я попадаю в топ-5, то я получаю 25 случайных игроков. Если я, ну, вдруг так случится, выиграю королевскую победу, то я получаю 30 случайных игроков. За каждое убийство дается по 5 случайных игроков. Ну что же, давайте сейчас откроем наших первых игроков и соберем уже из этого команду. Берем, берем, берем. И наш первый золотой игрок — это Урос Расич. Берем, 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 берем. И наш первый голкипер — это Хосе Са. Берем, берем. И, друзья, сразу же нам выпадает практически одна из самых интересных его карточек — Анхель Ди Мария. Если еще раз он нам выпадет, мы возьмем уже информу 86-го. Если еще раз, то 87-го. Это неплохой такой игрок, конечно же, да. Да, 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 да. Да, второй голкипер. Пока что возьмем, да. И выпадает нам Лига Чемпионская карточка Перейра, конечно же, да. Да, да. И интересный игрок из серии А, Брозович, конечно же, возьмем. Вдруг нам там придется под Криштиану Роналду что-нибудь собирать. Да, да. И последний случайный игрок, да. Ну что же, пока что у нас получилась вот такая вот команда. Есть хороший линк через колумбийцев, есть также в голландской лиге, но пока что больше никаких. Ну и на скамейке у нас там Брозович и одно серебро. Пока что нашей задачей будет это постараться избавиться в резерве, но у нас только в резерве один бронзовый игрок. Постараться в резерве где-нибудь в основе от бронзы конкретно избавиться и только брать серебряных игроков. Но для этого нам нужно выигрывать и хорошо играть в Fortnite. Переходим к первой игре. Ну что ж, друзья, 24 место. Это получается, мы сейчас откроем 38 золотых игроков. Итак, друзья, 38 золотых игроков на футхеде. Ну что ж, начнем. Нет, нет. Возьмем, на всякий случай, пока что да. Нет, нет. Ну чё, руку давайте возьмем, только для рейтинга пока что. Ну давайте возьмем под сыгранность к Ди Марии, пока что да. Нет. Ну, Домбеле давайте возьмем, потому что если он нам еще два раза выпадет, у нас будет его 88-я карточка. Пока что да. Нет. Ну давайте возьмем его вместо нашего запасного голкипера. Но он у нас в основу точно встанет. На данный момент пока что да. Нет. 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 Но давайте его возьмем, потому что у нас на правом защитнике стоит бронзовый игрок. Пока что его возьмем. Да. Нет. 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 Давайте мы его возьмем, потому что у нас стоит центральный защитник тоже из Колумбии, но 56-го рейтинга. Пока что это да. Нет. 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 А вот Джегош Крыховек — это пока что да. Нет. 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 Ну, пока что возьмем, чтобы у нас все игроки в команде были только золотыми. Да. Нет. А вот Ясин Брайми — это, конечно же, да. Тем более у нас есть чуть-чуть повыше рейтинг, 86. Возьмем. Нет. И последний игрок. Нет. Ну что ж, друзья, пока что только вот так вот выглядит наша команда. Из игроков таких встал в состав только Домбеле,
Климку к Ди Марии. Родригес тоже, чтобы Ди Мария был сыгран. И Джегош Крыховик из Локомотива. И Чорлука. Этот Линк. Ну и Рико встал. Я поставил Чорлуку на левого защитника, чтобы вот эта связка колумбийцев в центре поля была сыграна. И рейтинг у нас стал 77, химия 52. Мы приближаемся к отметке 100 химии. Переходим ко второму матчу. Ну что ж, друзья, 24 случайных игрока на сегодня, это последнее открытие. Ну что же, 24 случайных игрока, поехали. Нет, ну давайте возьмем, вдруг будем Испанию собирать. Эзекиэль Лавези, просто шикарный был игрок FIFA 15. Конечно, возьмем, тем более у нас там серебряный стоит на СТшнике, тоже аргентинец, где Мария отличный линк, мне кажется, пойдет. Да. Нет. Ну давайте на скамеечку на всякий случай его возьмем. Да. Нет. Нет. Возьмем. Да. Нет. 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 Ну, давайте возьмем, на всякий случай, да. Ну, АПЛ мы всегда рады, так что, конечно же, возьмем. Нет. 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 А вот этот, да, скорее всего. И у него есть еще и СБЧ карточка 87. Так что, конечно же, возьмем Фаулина. Нет. 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 И последний игрок. Ну, давайте возьмем. Ну что ж, друзья, спасибо вам большое за просмотр. Команду вы увидите, которую мы получили за это открывание, вы увидите в следующем выпуске. Ставьте здесь 30 лайков, и тогда мы все-таки получится у нас собрать команду 192. С вами был Андрей Хорев и канал «Футбол – это жизнь». До новых встреч, друзья. До свидания.